сладкие пышные булочки. Здесь 5 линейчик справа и 5 линейчик слева. Первая линейка, вторая линейка, третья линейка, четвертая линейка и пятая линейка. Также слева, только линейка слева коричневая. Первая, вторая, третья, четвертая и пятая линейка. Окей, куда все линейки переходят? Все линейки переходят у нас в клавиши. И вот у нас линейка первая. Вот. Есть гномик. Вот гномик. Он обозначает то, что они держали нотку. И нужно ее держать дольше. У нас есть герой-бабочка. Вот у нас цветочек распустился, а когда видит бабочку, отпускай ноту. У нас есть паучок. Паучок является ошибкой. Его может быть очень много. Если видишь паучка, нужно нажать правильную ноту. Попробуем сыграть только правой рукой.